Всем привет! Сегодня мы сделаем коктейль Grimace Shake. Для этого нам понадобится молоко, ягодки, мед и сгущенка. Это потому, что у нас нет мороженого. Итак, и еще у нас есть такое приспособление. Наливаем молоко, это приспособление. Сгущенку, это вместо мороженого. Такие ягодки, которые я вам говорю, посыпаем все. И теперь последний ингредиент — мед. Вот берем ложку и вот так добавляем в наш коктейль. И наш коктейль практически готов. А теперь осталось взбить вот это все наше. И получился у нас вот такой коктейль. Так, пробуем. Очень вкусно. Советую попробовать.